25 декабря на арене Ледового дворца Татнефть-Арена стартовала президентская елка 2017. Представление в этом году проходило параллельно на двух языках – русском и татарском, с субтитрами, выведенными на огромный медиаэкран. Сказка-мюзикл по задумке организаторов в этом году стала своеобразной интерпретацией «Снегурочки» Александра Островского. Гости главной елки Республики Татарстан – это отличники учебы, лидеры детских общественных объединений, победители предметных олимпиад и спортивных соревнований, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и маленькие жители детских домов. На сцене гостей праздника поздравили около 1000 артистов, гимнасты, певцы и танцоры. Из лучших творческих коллективов республики подарили детям настоящее шоу. В финале праздника юных татарстанцев поздравил президент республики Рустам Миниханов. Хотел бы поделиться своими ощущениями. Вот это представление прекрасно организовано для лучших наших детей, которые представляют всю нашу республику. Президентская елка проводится в столице Татарстана уже в 17-й раз. Специальным гостем президентской елки в Татарстане стал российский певец Алексей Воробьев. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.